Привет, народ. Чё, как? Мобильный комбат ещё играете или ждёте все обновления? Я вот кроме режима заданий вообще ничего не делаю. Раз в сутки включаю, награды забираю и выхожу. Сегодня, смотрю, тут испытание на Ермачка идёт. Даже собрал отряд, думаю, может за Ермака поиграю. Чисто классику. Ермак классический, Саб-Зиро классический, Скорпион классический. Как бы в целях разнообразия. Так, блин, не то нажал. Что за фигня? Отправляем ребят на задание. Как бы, блин. Жрать не просят. Следить не надо. Раз в сутки проверил, награды собрал и все дела. Блин, жаль, никак они рептильку не добавят. Я уже хотел бы выбить рептилию, да? Было бы прикольно. Хочу его сделать максимально слияние. Ну чё, погнали, в честь испытания на Ермака. Ну, хотя бы 5 битв проведем в войнах фракции. Я, блин, давно не играл уже. Наверное, месяц, а то и больше. Вау, какая тут картинка. Джонни Кейдж. Сейчас надо будет немного... раскочегариться, вспомнить, как это всего делать, то я в последнее время только играю в нормальный комбат, ну, в полноценный. А в мобильный малёха призабыл. Ну, сейчас, я думаю, пару раундов и я втянусь. Так, это так. В целях разнообразия. Разнообразие контента на канале. Так, что-то так долго грузится. Ну, давай уже, йоу, раунд. Мы тут готовы всех нагибать. Так, у меня там, по-моему, скорб первый. Угу. А ну-ка. Чё там, народ говорит, что скорпа добавят, да, первым бойцом после обновления? У нас так мало скорпионов. Я думаю, это правильное решение. Чем больше скорпионов, тем лучше, блин. Я смогу их всех убить одним скорпом. Ух, давненько я не играл. 100%. Даже набрал. Дадим ему заморозить. Дадим. Дело принципа всех убить скорпионом. Мы ведь принципиальные или нет? Или мы не принципиальные, можем и с Абзирычем? You talk too much, bitch. Эх, жаль, Саб-Зиро мало играю, не выпадает у него тут ничего. А, или это не от этого зависит, это зависит от... Чего это зависит? А, от карточек тех дурацких зеленых. Нифига себе, я давно его не запускал. Ну, первый раунд затащил, нормуль. Lex Fon D. Пофиг, что-то они у него даже без шматья. Почему так? И нападают же на него, да? Вот что чувак видит, что я на него напал? А на меня так вообще за 4 года, которые я играю в Mortal Kombat, или сколько там уже, с какого он года вообще? С 15-го, да? 4 года скоро будет весной. За 4 года напали один раз, это было 7 нападений, ну, в одну ночь или в один день. И все, больше не нападали ни разу. Сколько на ней разных огоньков, прям. Давайте ей еще кровотечение сделаем для полного счастья. Давай, эх, выжила, скотинка такая. Так, этого пробивает или нет? Я так давно играл, что уже не помню. Пробивает блоки. Бемц. Смена отключена. Даже так? О, это прикольный чел. Попробуем замаслать обычными ударами. Или рентгеном. Тоже вариант. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Или можно пару раз его подряд заморозить. Это снимет 2 черепа. Короче, очень много всяких вариантов. Давайте пидора позамораживаем, поснимаем черепки. Я понимаю, это наносит некоторый урон.
Неприятно, конечно же. Оно еще и выжило. Ох, как я давненько в него играл, нифига себе, так, блин, с непривычки. Но руки-то помнят, бля. Красавелла. Well done. Чё, братья, ничего не рассказываю об обновлении, ибо не мониторю этот вопрос. Я, скажем так, не... Я люблю Mortal Kombat, но не настолько, чтобы задротить и искать все крупицы информации о нем и создавать видеоролики, просто переливая с пустого в порожнее, донося до вас какие-то слухи. Вот выйдет, тогда и поиграем, тогда и посмотрим. А что сейчас о нем, блин? Я не знаю. На Twitter не подписан ни Будда, ни Nether Realms, ни Warner Brothers. Пофигу. Что будет, то и будет. Так, тут народ в щитах, я вижу, да? Щиты, конечно. Опа-на, что там за чмо выскочило? Скотыня, камни. Так, минус Сонька. Отлично, нам надо снимать с них эти. Снимать с них щиты. Нифига себе, Джакс разбушевался. А мы вытянем этого самого лоха того. Вытянули бы. Ух ты, это прикольно. Прикольно и опасно его так доставать с двумя полосками. Че, ради прикола с Эбзиричем, что ли? О, может, вторым приемом ради тоже. Оп. Оп. И далее. Что-то у него ник какой-то был подозрительный. И вот так то матч. А вот Сабзира еще ни разу первым не стоял. У них что, у всех глаз нету, даже у Сабзирыча? Одни белки такие, да? Этот немного зелененьким светит. Так, старший бог Кенши. Ой-ой-ой, это опасный отряд, сука, это опасный. О, фен включился, ребята, не обращаем внимания, это моя жена, по-видимому, за дверью от моей комнаты волосы сушит. Не обращаем внимания, все чики-пики, все под контролем. Знаете, хотелось бы, чтобы они добавили в это обновление, например, крипту. Социальную часть хотелось бы какую-нибудь, чтобы я мог там некоторых подписчиков избранных себе в друганьки подобавлять. Было бы прикольно. Какие-нибудь бои там, я не знаю, кланы, что-нибудь. Я понимаю, воины фракции это и есть кланы. Ну, как-то надо развивать, я не знаю. Ничего не происходит в этой игре. Так, я не знаю, что с этой дурой делать. На рентгены копить, а не. Повезло, повезло. Очень приятно было ей так вломить. Я прям в восторге. Какой прикольный прием у Эрмака. Так, ну что, давайте Сабзирыча. Пиу. Ах, какие классики, да? Надо... Ой, если бы классический рептилия был золотым, я бы его сюда втулил. У нас бы получился светлофор, да? Скачал вчера своей дочке фильм Mortal Kombat. Что, блядь? Как это не хватает энергии? Вы такое видели? Не понял. Как это мне могло не хватать энергии? Первый раз такое вижу. 5 битв, то есть каждая битва отнимает 2 полосочки. Да? 2, 4, 6, 8, 10. Первый раз такое вижу. Чё за глюк? Я понимаю, если бы они там коцанные какие-то были, или я ими раньше играл. Но я ведь сегодня только включил комбат. Это баг, надо Буну написать. Отряд, конечно, это вообще ни о чем. Я просто, блин, я не знаю, что это такое. Пен. А, это имя.
Это достаточно опасно, но будь у него хотя бы седьмое слияние. Короче, блин. Я что-то я не понимаю этого соперника. Но зато у него, по-видимому, 4 полоски, наверное, будет. Или, по крайней мере, 3. На старте. Или 2. Или, короче, посрать, сколько бы у него их там было. Потому что сейчас мой скорпион у него должен все отобрать. Ну, по крайней мере, не все, но... 1,5-2, наверное, точно должен отобрать. Сейчас посмотрим, что у нас представляет Шаокан. 4 полоски, это самое, из них 2 заполненные, по-видимому. Смотрим. 4 полоски, 2 заполненные. Минус скорпиончик наш. И нифига у него не остается. Серьезный противник, я прям охереваю от всей его крутости. Ради прикола выпустили Сабзирыча. Ну, чисто поржать. Может, его какой-то талант спасет? Нет, не спас. Хочу, чтобы Сабзиро в конце стоял. Буду специально играть тупо одним Сабзиро. Я понимаю, что можно сейчас выйти Ермаком и ее убить. Я хочу, чтобы в конце у нас хотя бы один раз Сабзиро был. Блин, хотел пальнуть в нее, чтобы побольше урона было. А ну, не ск... Сука, скорпион. Ё-моё, вроде бы Саб-Зиро Красавелла. Но хотя бы компенсировал это своим новым уровнем. Да, Саб-Зиро, не свезло, не свезло. Короче, ни черта не меняется в этом комбате. Ждем обновления. У меня есть 675. А, можно было бы что-то купить, но... Но камень. У меня что, уже слияние у него есть? Откуда взялись? Откуда-то падла выпадает, даже не знаю. А, понял, выпал в этом. В режиме заданий. Думаю, блин, откуда он у меня взялся? Я его не покупал. Да, в режиме заданий выпал каменючка. Похер, что он делает. Так, можно вот это было бы до конца вкачивать, а потом браться за императора. Ну, может, блин. А может подкопить на императора? Короче, вы поняли, блин, впервые вот это в месяц запустил. Ничего тут у меня не открыто, ничего не делаю. Не играю в него, походу. Жду обновления. Жду что-нибудь, что заставит меня вернуться назад в игру. Сегодня 20-й день у меня был. Счетчик, ну, входа, вы поняли, ежедневный. Уже я особо за ним не слежу. Джонни Кейдж выпал, та и славно. Конечно, блин, то вы чё? Не, идите взад. Конечно, все еще у меня нет Кейси Кейдж. Та, которая с консолью типа синхронизирована. Вот бы ее как-то купить. Так ее нет в этом самом магазине. Обидно. Ой, блин, не туда нажал. Та вы что, 100 тратить? Я уж дождусь какой-нибудь акции к этому, к лунному, к китайскому Новому году, блин. Архизлодей, ловкий рептилия. Нифига себе, какая хрень. Редкость. Редкостная. Гори, глупец, насмешка у нас у Скорпа появилась. Давайте, что ли, этому Скорпу и поменяем ее. Каким-то дебильным способом я туда захожу, ну ладно. Гори, глупец. Где оно? То было никто, типа, от меня не скроется, да? А, вот она какая у меня была. Хотя бы послушай. Burnful. Я вот даже не знаю, блин, какую выбрать. Пусть будет. Не пизди багато. Так. Чё ли, значок поменять? Ну, мне нравится вот такой зелененькое. Ляпота. Не буду менять. Фу, что это так за гадость? Фу-фу-фу, я такой открыл, гадость. Можно было рептильку выбрать, тут бы тоже зелененькая была. Пью. Но рептильку я не люблю. Рептилька. Костная мука. Чемпион Сорс. О, бля, чемпион Сорс. Чемпион, надо что-то зелененькое, значки, зелененькие значки, ищем зелененькие значки, чтобы сюда втулить зелененький значок.
Хотя это, в принципе, не обязательно. Можно мачете зелененькую сделать. Либо. Либо. Вот какая-то фигня. Блять. Что за бред? Вон, Ермака можно втулить. А сколько тут у него зеленого? Вот это шмяк. Шмяк. Вау, и как оно выглядит? Ужасно. Какая-то зеленая клякса. Ладно, братишки, ждем обновления. Ждем ваш чемпион воин в мире в Mortal Kombat. Ждем обнову. Ни черта не происходит в Mortal Kombat. Я не знаю, о чем тут снимать. У меня все есть, все открыты. Ну, все, кого я смог открыть. Рейдена и Мелины все так же нет. Задрачивать воины фракции ради них я не собираюсь. Не знаю, кого поставим. Ну, давайте Ермака, что ли, в честь испытания, да? Все уже зеленое было. Тут еще, я вижу, будут еще новые испытания. Ну, короче, круговорот испытаний идет. Ничего нового не происходит. Здесь у меня, по-моему, вторая, это самая, битва номер два. Ладно, до новых встреч, братюньки. Вы знаете, как выходит Николай. О, давайте вот так сделаем, так подвинем. Опа, я ж теперь перестал снова монтировать. Пусть вот так будет. А здесь я размещу свои значки. Финальные, да? Что вам еще рассказать? Ждем обнову, играем в Mortal Kombat XL, в нормальный, с геймпадом. Пугаемся, вчера я адски дико пугался, сегодня, по-моему, вышел ролик. Я адски дико пугался, блин, в этой крипте, как не знаю что. Ничего, потом придрочился и стало полегче. Что еще сказать? Играем с обновой Тика в Tomb Raider. Ролики еще по Tomb Raider не вышли, но уже залиты штук 15. Там у меня своя борьба с тормозами во время записи, которые я так пока и не решил. Жизнь идет, братишки. Жду, хотелось Rage 2 купить в Steam, но глянул, походу это будет эксклюзив Bethesda Game Launcher. Наверное, не буду покупать. Обидно, что они на Steam все ложат болт. Короче, не знаю. Вчера продолжение анонсировали с обновтики. Возможно, тоже куплю. Короче, жизнь продолжается. Ладно, до новых встреч. Ждем обнову. Пока-пока.